Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Train 2 Complex Story. Это у нас ледяная твердь. Ну что, я думаю, полетели. Мы попали в зазеркалье, если так это можно назвать. Очень благодарна вам за убийство короля гоблинов. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Бедняжка Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. Опа. Вот мы в ловушке. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Тогда давайте уйдем с его глаз. Самое интересное то, что я уже нашел, где трещина какая-то. А. Окей. Куда они подевались? Изи, выбираемся сюда нахер. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми. А не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради короны. Бля, ладно. Хоп, хоп. Сука, что делать? Я не знаю, как это вообще работает дело. Ну ладно. Yeah.
Фух, ладно, хотя бы догадался, как. Ага. Ага. Ну хоть с первого раза догадался. До свидания. Так, а давайте теперь я попробую, а ну-ка. Да, попробовал. Ни хера не понял, конечно, но ладно. Я умный. Не хочу терять. Этот переключатель не работает. Похоже, его заело. Да работает. Сейчас бочка взорвется. Я как будто снова в кузнице. Да, помню это место. Кузницу. Адское место. О, плевать. Воу-воу-воу-воу. Ебать, он еще живой.
Окей. Ну ладно, плевать. О, давайте думать тогда, что делать. Например, я знаю, что нужно сделать. Вот, вот так вот идеально было вот. Ладно. Как это бесит. Раз, два. Все, найс. А что меня зацепило? Ту-ту-ту-ту-дум. Блять, вставь. Почему он не может ее перевернуть? Ну-ка, бесит. Я понял. Мне кажется, я усложнил себе вообще эту затею. Все, идите в шопу. Ух. Там.
Я просто понимаю, что лава не даст мне выжить. Идите в жопу. Да, давай еще одна история. Лето прошло. С ним уйдут до поры солнце, цветущие алые розы, шелест травы и июльские грозы. Осень зажжет ярких листьев костры. Скоро зиме в свое право вступать. Землю скуют ледяные метели. Жизнь упокоится в снежной постели, чтобы весной возродиться опять. Так, нужно сейчас будет портал поднять. Моим молотом такой не расколоть. Ну, я понял, о чем ты. Сейчас будем этот ледяной склон нас всех угробит. Нет! Бам, бам. Слишком долго.
Не знаю, в чем прикол, но я лучше так посижу. Они все однотипные. Все боссы, которые здесь были, они однотипные. Король, два таких и один ледяной. Ну что это такое? Давайте скажите, что они разные. Вот не было этой херни бы, если бы она не мешала бы. Ой, ладно. Вуп. Вуп. Ладно, это удалить надо. А, да ладно. Найс. Плевать. Главное, что залез. Дорога кончилась. А вниз лететь долго. И как же я выберусь? Помоги мне, верить. Вырасти длинные прочные ветки, чтобы я могла пройти. Обещали. Она заставила дерево расти. Как по волшебству. Все? Герои выяснили, что Изабель и Розабель действительно сестры. Путешествие к дому Розабель проходило по горе и через полные опасности лес. Теперь они продвигались куда быстрее. Похоже, что весь лес ожил, чтобы помочь друзьям вернуться назад. Надеясь застать Розабель врасплох, они пробрались на балкон высоко на верхушке окаменевшего дерева. Ну что, ребят, в принципе, на этом все, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!